Друзья, всем привет! Спрашивали меня, как, Андрюх, твои барбусы кушают? Писали мне в личку, хотелось показать. Вы посмотрите, какой яркий у меня теперь аквариум, красивый. Я поставил ледовские лампы, суперские. И вот наши барбусята. Кормлю я, конечно, очень хорошо, ребят. Видите, чтобы был бы окрас красивый. Тут барбусы и суматранские есть, и глошные, и красные, и салатовые, и меченосцы простые, и берлинские барбусы. Хотел сказать, белые, нет, не белые, как из головы выпало, да и ничего страшного, выпало и выпало. Растения тоже у меня тут, и анубис, и бакопа, и альтернатера, ой, кого только тут нету, потому что я так выставляю в стаканчиках, видите, но обязательно все в камушках. Так что, ребята, если кому-то надо, обращайтесь, я всегда все показываю, вы все видите. Да, корма я, конечно, многовато бросил. Я бросил вот таких вот два кусочка, потому что сейчас иду кормить свою всю, видите, вот так я, банду. Да, многовато, но ничего страшного, питомцев много. Вы видите, как барбусы плавают активно, туда-сюда. Да, можно вполне бросать один, и будет хватать. Но теперь буду... Мия! Ой, ой, как много, да. Может быть, сейчас ребят возьму. И даже один уберу. Ну, потому что мы видим, когда прямо очень классно. Все поедят, все будут сыты. Вам показал, рассказал. Вот эта красота. Потому что хотелось такой совсем коротенький ролик, буквально на 2 минуты, показать красоту. И как рыбки активно прямо летают и кушают. Вот видите, как кормят. Так что все. Один кусочек мы с вами убираем. Все поедят, все будут счастливы. Все, ребят, спасибо, что смотрите. Подписывайтесь. Всем, друзья, пока.